Привет! Хочешь получить самый лучший подарок в Новый год? А лучший, потому что нужно именно тебе. Меня зовут Александр, и я сейчас расскажу, как этого добиться. Конечно, я сейчас скажу пару очевидных вещей, но не переключайся. И позови свою вторую половинку посмотреть это видео. Лучший подарок – это, конечно же, деньги, потому что на них ты можешь купить то, что нужно именно тебе. Но это не такое личное, что ли, и может быть потрачено совсем не на то, что ты хочешь. Заправка машины, продукты и все остальное – и подарок просто обесценится. Можно отправить, допустим, вторую половинку за подарком, написав ей название, к примеру, я не знаю, балансир от Lucky John, там, в цвете 114, вес 18 грамм, продается только в одном магазине на окраине. Но это тоже несерьезно. Поэтому самый лучший подарок – это сертификат. Подарочный сертификат от магазинов. К примеру, вы живете в Волгограде, и ваш муж увлекается рыбалкой. Магазин «Хищник» продает сертификаты подарочные номиналом до 5000 рублей, и ваша вторая половинка сможет купить именно то, что ему хочется.